Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды забрал. Задание сделал. Бесплатный пак открыл. Так, Ванька стиранка, я его сразу узнаю по шевронам. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, пройдем задание. Так, пройти серию испытаний в первую очередь, естественно. У нас тут Крэнк, ну конечно же. Как же мы без этого охламона? Сейчас я его быстренько закочепарю и пойдем дальше. Так, ребят, сегодня, наверное, надо как-то пройти до Лиги Мастеров 2 звезды. Я не знаю, как это вообще возможно сделать, но нам надо. У нас остается всего лишь один день, это сегодня, а завтра уже понедельник, поэтому... Видишь, я вчера-то хотел, думал, под вечерок пройду еще серийку. Но так устал сильно, что вырубился. Считай, я больше суток не спал, у меня же голова закружилась. Чуть не упал тут от головокружения. Поэтому, ребята, сегодня вот с утречка опять, ну как с утречка, уже 2 часа дня, решил все-таки поиграть. Ну, не знаю, ребята, вот все очень напряженно, критично. Успеем пройти или нет, ничего не могу сказать. Так, хорошо, давай гранату бросим. С постепеночкой? Отлично. С постепеночкой. Плюс ракетный залп. Ах, твою ж налево, выжил он все-таки. Фу, мазила ты, Крэнк. Ну что, друзья мои, отлично. Мы прошли с тобой события и к тому же целую ветку событий, после которой мы забираем с тобой награды. Давай посмотрим, что нам на этот раз выпадет. Это мы все пропускаем, это нам не нужно. А теперь награды. Ну, понятно, ДНК из другого измерения тут. Что нам не выпадет, у нас все это есть. А вот здесь уже будет поинтереснее, друзья мои. Так, 49 пиццы, 6 откатов, 14 долларов, 10 900 ДНК, это неплохо. Так, по черепашкам. Угу. Ну, ты видишь, да, Кейси Джонс, Змейка Вью, очень много выпало. Ксевер Монтес, Фокус. В общем, все эти ребята у нас есть и довольно неплохо выпало наград. Ну что, шикарно. Что я могу еще сказать по этому поводу? Ну, а теперь пойдем искать на нашего Крэнга. Мы его не прокачали, а прокачивать его обязательно нужно. И заодно посмотрим уровень. Да, как раз мы и уровень ему апнем. Замечательно. 83-й. Значит так, нам не хватает 3 геймпада. Поехали искать. Так, выпадает нам джойстик. Опять джойстик. Ага, геймпад. Это первый. Это был первый. Давай еще. Так, второй и последний, третий нам нужен. Есть. С геймпадами разобрались. Дальше у нас идет 6 силовых ячеек крэнгов. Сейчас посмотрим. Наверное, вот здесь выгоднее, да? Или здесь? В принципе, что здесь, что здесь. Одинаковое количество. Так, одну нашли. Ячейку. Вторая. Сколько там надо было? 6, да? Третья. Четвертая. Давай. Пятая. Последнюю. Плиз. Шестая, ребят. Ну, силовые ячейки крэнгов довольно быстренько нашлись. И останется нам только найти 10 ящиков с инструментами, которые, в принципе, довольно легко ищутся. Но это уже будет в следующий раз, потому что тут мы уже все задания выполнили. Так, друзья, в магазине. Давай посмотрим. 520, ну понятно, нам не хватает. Здесь делать нечего. Здесь тоже у нас ничего не продается. 1155. Ну, ты понимаешь, да, что я сейчас буду приобретать? Именно. Именно вот так, ребята. 568 откатов. У меня столько много еще никогда не было за всю мою игру. Так, ну а теперь... Что теперь? Теперь арена. Нам нужно, друзья мои, на арене подтягиваться очень сильно. Я, как видишь, в Лиге Сёгунов, ранг 29. Как я сказал, что сегодня мы должны добраться до Лиги Мастеров 2 звезды. Ой, Мастеров. Хотя да, да-да-да, я думал, оговорился, нет. Ничего я не оговорился. Так все и получается. Единственное, что... Вот я думаю, Шреддер справится один. В принципе, должен.
Шредер здесь один должен справиться, но потому что он по степенку вешает, и плюс у него довольно сильный удар. Поэтому эти ребята, если даже кто и выживет, но, как видишь, никто не выжил, потому что 63 уровень, а Шредер у нас расправляется с врагами вплоть до 71 уровня. Ну, плюс-минус 1-2 уровня. И плюс-минус 1-2 поражения. Так, ну что, давай вот здесь вот возьмем. Опять же откат на Шредера. Вот здесь уже, ребят, 69-й, 67-й, 69-й, 66-й. Короче, около 70-ника идут. Здесь Шредеру лучше взять кого-нибудь в помощь. Можно взять, ну, например, Зека. Вот с Зеком они здесь очень даже неплохо сыграют, потому что Зек, пускай даже и немного отнимает здоровье, но он замедляет врагов и небольшой ущерб все-таки наносит. Как раз вот этого микрона не хватает для того, чтобы нашему супершредеру добить вражину. Вот, видишь, да? Теперь смотри, что делает наш бравый боец. Вот и все. Вот и все. И никаких, ребята, тут не надо извращений. Взял, пришел, бомбанул, ушел. Единственное, что мы, конечно, очень долго двигаемся. Ну, прям, ребята, я не знаю. Это ни в какие, знаешь, ворота не идет уже. Наше вот это вот продвижение медлительное. Так, Усаги, куда ты лезешь? Пока без тебя здесь. Возьму-ка, наверное, я железноголового. Раз, два, три. Три, говорю. Три пол. Ну что, Шредер, естественно, начинает первым. Ну куда ты лезешь, а? Ну вот куда ты лезешь, Сплинтер? Вот и все. Легко и просто. Опять же, пока. Ну что, надеюсь, сейчас-то мы перейдем уже. Все, друзья, Лига Мастеров, одна звезда. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше и усердно, усердно пытаемся пробиться в топчик. Ну что, берем опять Супер Шредера. А, ладно, пускай будет Крэнк. Заодно и проверим его инициативу. Вперед. Он сегодня у нас 83 уровень, получил довольно счастливый. Кстати, это два злодея, да? Супер Шредер и Крэнк. В одной, так сказать, упряжке. Что лучше сделать? Ну-ка, давай ракету попробуем. Замечательно. Просто великолепно. Ну что, мы продвигаемся дальше. Смотрим, на какую позицию переместимся. И заодно почитаем. С 98 мы прыгаем на 87. Да, чуть меньше 10 ступенек мы перелетели. Фиговый показатель, если честно, ребят. Фиговый. Рокзара я здесь брать не хочу. Я возьму, наверное, Джастина. Я возьму Джастина. И вот опять же я рискую очень сильно, брав вот 55 уровней на разборку. Потому что Джастина мы прекрасно знаем. Его фиг дождешься к следующей атаке. А вот Супер Шредер может, как говорится, всех и не забомбить. Но зато повесил на всех постепенный урон. Это круто. Задебафили мы еще их. Упали и добили. Ну что, здесь нам повезло. Поехали дальше. Я, ребята, спокойно позволяю себе тратить откаты, потому что, ну, сам видишь, у меня их достаточное количество. То есть до топчика, до самого нам хватит. Причем я пока их трачу только лишь на Шредера. Можно же и не тратить, как ты понимаешь, да? Можно сделать вот так вот. Раз, два, три. То есть Шредер плюс Макман. Это горячая такая смесь, довольно-таки. Ну что, вылупляем, само собой. Почему ты все время выживаешь, а? Уже неоднократно, друзья мои, я замечаю, что у нас Рокстеди выживает. Это в последних, наверное, 5-6 сериях он точно выживает после удара нашего Супер Шредера. Так, может быть, дадите мне все-таки 17-23? Нет, они не хотят давать. Они говорят, слишком
Маленький ты еще. Ладно, я возьму Армагона и возьму Донателло. Раз, два, три. Армагона и Донателло. Я думаю, здесь достаточно даже одного Армагона было бы. Но все-таки проверим. А ну-ка, вот он берет валун. Недостаточно было бы. Но если бы, ребята, он бы немножко поднатужился бы, так сказать, собрал бы всю волю в кулак или в этот камень, то забомбил бы. Ну что, когда мы с тобой доберемся до 50-й позиции-то, ё-моё, а? Когда это чудо случится? Так, я беру Армагона, я беру Бакстера Стокмана. Раз, два, три. Ну что, Армагон ходит первым, и потом, наверное, я так думаю, все-таки будет идти Бакстер, судя по уровню. Но тут Карайка, она может, наверное, переплюнуть Бакстера. Это исключено. Это исключено, после удара нашего Армагона мало кто выживет. И что-то будет еще там крякать или какие-то действия делать. 46-я позиция. Очень медленно двигаемся. Ну, ребят, лучше двигаться медленно, но уверенно, чем фейлиться, как говорится, да, и топтаться на месте. Ну что, поехали. Тут у нас Леонардо, тут у нас Ванька Стиранко. В принципе, команда очень-очень убер-способная. Хлоп. Такс. Блин, Рафаэль, ну какая же у тебя все-таки инициатива мощная, а? Вот сколько играю, не перестаю удивляться. Обычно у Микеланджело, но тут именно Рафаэль. Он какого-то уровня, там, 60-го, по-моему, сейчас посмотрим. 55-го уровня он, ребята, и переплевывает в легкую Ваньку Стиранко. Здоровски. Ну что, какая там, 39-я? 35-я, окей. Ребят, все ближе и ближе мы с вами к топчику. Так, я хочу получить 16-23. Ну, судя по всему, наверное, во, 17-23. Судя по всему, я добился своего. Возьму Усаги, возьму Криса Брэдфорда. Так, и вот так. То есть мы с тобой сейчас отыграли все наши суперские силы, которые у нас были. Я имею в виду по бойцам. Дальше уже только идет Супер Шреддер с откатом. Ну и плюс там кого-нибудь в команду на доборку. Все, других вариантов не остается. Замечательно. Ага, губишки закатай, пожалуйста. На-ка. Твою налево. Получи. Ну что ты тут крякаешь? Давай, сплинтер. Да ладно, 71 уровень. Не смог справиться с 74-м. Тем более у него там здоровье было на один там плевок. Плюнь, он упадет, как говорится. Ну что же, поехали. 22-я, наверное, там вот 25-я, 24-я. То есть еще три поединка, да? Выходит так, это, грубо говоря. Я возьму Супер Шреддера. Я возьму здесь Рафаэля. И вот этих вот ребят на прикрытие. Ну что, погнали. Ага. Вот это вот не надо делать, парень. Куда ты собрался, а, Донни? Да на ты, получи. Твою налево выжила, а? Твою налево выжил он, понимаешь ли. Но недолго ему здесь было веселиться на этой площадочке. Ну что, 14-е? 13-е. Ну что, тут уже дают 17-23, так сказать. Ой, тихо-тихо-тихо, на изи. 73-я позиция, раз, два, три. Понимаешь, вот тут вот, если Шреддер кого-то не добьется большой инициативой, то вот эти вот три крайних у меня полетят к чертовой бабушке на куличке. Поэтому давай-ка вот так, наверное, делать. Отлично. Слушай, мне кажется, что вот этот вот удар, я, конечно, не буду утверждать со 100% уверенностью, но мне почему-то кажется, что запуск вот этих ракет сильнее, чем удар с технодрома. Ну, это мое сугубо личное такое видение. Не знаю, ребят, как сравнить это.
чтобы сказать со стопроцентной уверенностью. Потому что это никак ты не определишь в связи с тем, что атака, она рандомная. Она может критануть, она может не критануть, она может промахнуться или там нанести минимальный урон. Это нужно очень-очень долго, я не знаю, тестить. То есть это нужно брать именно этих двух бойцов, чтобы они были самыми лучшими, сильными. Брать каких-то слабых себе в отряд и после этого только тестировать, кто сколько нанес урона. И опять же, тут есть классовое преимущество, об этом тоже не стоит забывать. То есть тот, кто имеет слабость классовую, тот, соответственно, будет получать урона больше, что от Шреддера, что от Крэнга. Так что здесь вот этот факт тоже надо учитывать. Ну что, 17-23, возьму, наверное, вот эту вот команду. Я опять же заберу здесь Армагона и Супер Шреддера. Два отката придется тратить. Ну, мы сейчас перейдем с тобой, по-моему, в новую же лигу, да? В Лигу Мастеров 3 звезды. Мы туда именно метим. Так, добивка. Мы в 3 звезды приходим или в 2? Я что-то не могу понять. В 2, по-моему. Только в 2... Или в 3? Что-то я заговорился, я даже уже не помню, куда мы, ребята, с вами перейдем. А, мы уже в 2-звездочной, ё-моё. Значит, мы идем в 3-звездочную. Ну, просто я был немножко загружен своими мыслями, как бы общаюсь, и не заметил этого. Точнее, видел, но из головы вылетело. Значит, наша цель — дойти... Ну, вряд ли, конечно, мы дойдем до 3-звездочного, но до полтинчика-то уж, я думаю, мы как-нибудь доползем. Так, ну давай, Армагон, добивай. Ну что, придется завтра, я не знаю, с утречка как-то проходить, чтобы мы были в 3-звездочной Лиге Мастеров, и чтобы нам достались все лучшие награды. Меня-то больше волнуют все-таки платиновые осколки, на самом-то деле. Так, давай не этого возьмем, например, Бакстера. Бакстера и Шреддера. Раз, два, три. Просто я вот не знаю, Бакстер как вот тут по инициативе. Справится, не справится. Если не справится, то будет бобо. Ну, благо он справляется. Благо все у него хорошо. Он нас не подводит. За что ему большой, огромный респект. 62-я позиция. То есть 9 ступенек мы всего лишь пролетели. Так, давай возьму Усаги здесь. Раз, два, три. Ну, тут получается раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это уже 3 поединка. Раз, два, три. Это 4. Раз, два, три. Еще 5 поединков у нас. 5 поединков по 10 ступенек. Ну, ребят, это будет 50 ступенек в общем количестве. Ну да, по идее, мы должны тогда подняться в Лигу Мастеров. 3 звезды. Прям попасть в них. Сейчас посмотрим. Ну, чуть-чуть, наверное, где-то чуть-чуть не хватит там 3-4 позиции. Но мы там обязательно будем. Если вечером все-таки у меня хватит сил, я, наверное, ребята, зайду и немножечко подкорректирую. Хотя бы пару поединочков сделаю. Пускай у меня там Шреддер не будет не откат, не без отката, да. Я его могу за свои откаты его вернуть. Но главное, чтобы у меня были мелкие в откатах, чтобы я мог набирать себе команду полностью. Потому что, сам понимаешь, на каждого тратить это по 5 откатов за поединок, ну это несущественно. Это, я бы даже сказал, очень сильно накладно. Ну, с 52 на 42. Да, здесь уже пошло ровно 10 ступенек. Мы переходим. Замечательно. Так, Армагоша, иди сюда. Плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. Как-то так. Ну. Поехали. Хлоп.
И ракетами, наверное, добьем их. Повезло, что на нем был постепенный урон. А то он свою бомбочку сейчас киданул бы у нас. 32-я, да, позиция. Так, давайте-ка уже мне в конце концов. Вот, 17-24. Я возьму вот так. И вот так. Раз, два, три. Еще два поединка, да, получается у нас. Ну да, немножечко мы, конечно, не доберемся до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну ничего страшного. Я надеюсь все-таки на то, что нам хватит завтра успеть зайти в топчик. Ну что, идеальная победа. И двигаемся далее. Смотрим. 22-я должна быть. Да, 22-я позиция. Ровно 10 ступенек мы перескакиваем, если нам дают 17-24. Эй, давай 17-24. Оно было, что вы мне... Вот. Твою налево, здесь Микеланджело. Значит, сделаем с тобой по максималке. Супер Шреддер, естественно, и Армагон. Но, опять же повторяю, тут главное, чтобы Супер Шреддер уронил майки. Отлично, он упал. Он уронить его может в двух случаях. Либо сразу критануть с удара, либо критануть с удара плюс повесить на него постепенный урон. Вот только два случая, которые могут его подбить. Если он каким-то чудом выживает, то все, там пойдет, ребят, разгром. 17-24, говорю, давайте мне. Они мне все 17-23 подсовывают. Вы издеваетесь, что ли, тут? Осталось-то шиш да не шиша. Угу. Так, Армагон и опять же Супер Шреддер. И, друзья мои, кто-то мне в комментариях пишет: Рэй, это не Шархан, это тигриный коготь. Ребят, я прекрасно знаю, что это тигриный коготь. Просто, ну я не знаю, мне как-то сподручнее называть его Шархан. А если кто не знает, кто такой Шархан, это тигр из Маугли. Был такой Шархан, злодей. Так что этот тигр тоже злодей, поэтому я его назвал Шарханом. Ну что, чуть-чуть нам не хватит, буквально, я говорю, две ступеньки, две-три ступеньки. Ничего страшного, друзья, ничего страшного. Завтра, я думаю, что все-таки один вот этот вот ранг. Ну, я еще раз повторю, вечером я зайду, меня, конечно, скинут здесь. Я не знаю, это может быть на 50-й ранг. Но я попробую продвинуться, тем более откаты у меня, слава богу, есть. Так, что нам нужно? Жетоны, да? А мы... Так, секунду. Блин. Что я делаю в испытаниях? Супер Шреддер я трогать не буду. Что, здесь, наверное, попробуем, да? Так, снаряжение союзники. Золотые осколки. Комиксы всякие выпадают нам. $5. 30 жетонов. Катушка с пленкой. Вот, эксперт снаряжения получили, отлично. Две попытки, еще 30 жетонов. И микроскоп. Все, друзья. Что я мог, я сегодня отыграл. Ну, опять же говорю, сколько осколков у нас, кстати? 160. 160, это получается... В данный момент я иду вот на такую награду, друзья. 65 осколков меня вообще не устраивает. Мне нужно 75. И это уже будет тогда на 200 там с чем-то, да? Еще 200, и мы сможем прокачать следующего персонажа в платиновый ранг. Так, ну у нас пиццы много. 203. Откуда столько пиццы? А, мы же события прошли. Так что давай тогда на нашего Кренга искать ящики с инструментами. 10 штук нам нужно. Так, один ящик нашли. Второй. Ну что, что, что? Третий. Четвертый. Пятый.
шестой. Да хорош уже. Давай, шестой. Так, седьмой. Еще три ящика осталось. Восьмой. Девятый и последний ящик. Сейчас найдем. Вот он. Все, друзья. Прокачиваем до четвертой ступени. Замечательно. Да, тут надо будет вот это вот найти. Слизезащитные очки. Пять штук. Да ёк-макарёк, телескоп выпадает. Так, это вторые, да, получается у нас? Это у нас, получается, вторые. Давай. Да что этот телескоп-то мне сдался? Ай-яй-яй, как некрасиво. Все, ребята, пицца на этот момент закончилась. Но, тем не менее, нормально. Нормально пофармили. Ну что, друзья, на сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.